Has something startled you? Did they do something to my head? You don't look well. You should take better care of yourself. И всем привет, с вами снова Женёк, и нас на очереди уже 9-я серия The Evil Within. Продолжаем прохождение после месяца, где-то я не выкладывал, да и не играл, в общем. Так, да, 9-я серия, по-моему, у нас. В предыдущей серии, насколько я помню, мы завалили ту бабу-сороконожку. Было трудно, намаялся. Ну ладно. Так. Вспомнить управление. Так, что тут? Так, подожди-ка. Ключ или что? Блять. Можно еще раз? Так, ладно. Не суть, в принципе. Ключей у нас, по-моему, нету. Пошли глянем. Ключей нету, да. Но есть шприц. Отлично. Так, как нам там? Все, привязали даже два шприца. Четыреста очков, и можно что-то улучшить. В принципе, что мы сейчас и сделаем. Так, оружие, сила лечения, ускорение. Да, ускорение я хотел прокачать, я помню. Сколько у нас осталось-то? 3400. 3400. Урон рукопашный нам точно не нужен. Так. Емкость магазина. У дробовика. Ну, правда, столько патронов нет. Ну вот, да ладно, в принципе. Ну и скорострельный сторожевой. Вкачали дробовичок мы. И увеличили выносливость. Да. На очереди, кстати говоря, 6-я глава. Давайте сохранимся. Ну... что нас ждет. Куда нам вообще идти-то? Так, не открывается. Не открывается, заперто. Ага. Ну, это единственная дверь, которая открыта. Здесь ничего нету, по всей видимости. Блять. Ладно. Куда нам дальше-то? Куда нам дальше? Здесь мы тоже пока не сделать ничего не можем. Здесь использовать что-то могли. Так и не успел прочитать.
церкви провалился пол. Никто не пострадал, свидетель. Он говорит, что это чудо. Крупнейший скандал в церковных кругах. Во время ремонтных работ в церкви Садерхилл провалился пол. Присутствовавший прихожанин сообщает, что только чудом никто не пострадал. Так, что там у нас? Фотографии. Photographs. A church. Понятно. Нам предстоит перенестись в церковь, да, я так понимаю? Опа. Блять, блять. Ну заебись. Блять, как давно не играл, сказывается, немного как-то это шпередернуло. Тихо. Что, блять? Ща-ща-ща. Блять, стрёмно. Эй. Чё начинается-то? Два патрона. Выходите, пидоры, блядь. Ой. Блядь, сука, испугал. Так. Хоть какая-то стабильность. Кресло не исчезает. Я нихуя не вижу. Так, у нас вот эта дверь, да, открывалась? Ага. Здесь тоже ничего пока что нету. Нет. Ой. Ну чё ты, нормально же общались. Чё происходит? Блять, что происходит? Тихо. Чё за хуям было, блядь, с молотком, нахуй? Чё? А, давай. Это... Да, Лесли. Одни, блядь, неприятности одни, ну это просто пиздец какой-то. Себастьян? Себастьян, да. Себастьян? Угу. Себастьян? Так.
я так понимаю, мы оказались в церкви, да? Где провалился пол. Хорошо. Хотя бы день. Хоть что-то радует. Да-да-да. Эпизод 6. Сами не свои. Смотрите, как долго мы уже... Как долго мы уже можем бежать. Это очень радует. Так. Ну, я думаю, что-то тут должно быть. Патрончики там всякие. Эпизод только начался. Я уже чуть, блядь, не навалил. Было дело, было. Ну, я думаю, по дороге туда нам дадут какие-то припасы еще. Хотя вон ворота уже. Так. Граната есть. Ключик. Отлично. Ну, один патрон на 7 поменять. Довольно-таки неплохой обмен. Так. Ладно. Пошли потихоньку. Там... Так. Там тоже кто-то шмаляет. It was about to crack open. But now it's like I'm starting to get used to it. You seen Kidman? No. Next thing I knew, I was here. I must have blacked out, or maybe I turned again. Так, тихо. А я думал, драться будем. У меня граната так-то была. Угу, поехали. Или будем все же драться? Нет? Хуёво. Так, все же драться будем, да? Тихо. Ебать их здесь, короче. Это...
патроны. Да не... Нахера. Бля, ты издеваешься, короче, мужик. Чё ты там? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну ты чё, мудак там, блядь, давай речь-то, ёбаный урод. Я с ним согласен. What about the tower there? We might be able to get a lay of the land. Anything's got to be better than staying here. Так, подлечились. Сохраниться, да, сейчас мы сохранимся. Еще один шприц и винтовка даже. Отлично. Так. Теперь точно сохраняться. Мы, кстати, ключ же еще взяли. Мы же взяли ключ. Блять. Ну, могло быть и лучше. Назад.
Винтовка это, конечно, хорошо, но что-то я даже не припомню, чтобы была возможность с нее пострелять. То есть мы находимся всегда в большинстве случаев, ладно, вблизи с противником. Здравствуй, уродец, блядь. Ты издеваешься? Ты, блядь. Блядь, ну ты охуел, короче, блядь. Гоблин, блядь. Пиздец вообще просто. Это что за херня? Это в порядке. Are you okay? Нет, я не в порядке. Я умер. Да, как знал, потому что сохраняться все же надо. Так. Let's be careful. It could be full of them. Сука. Да ебать, там летает. Тварь. Ебало, стяни свою, блядь. И ничего.
До свидания. Ты мудак, стой здесь. Туда перелезть еще нельзя. Там бегут, блядь, пацаны. Так, у нас хорошая, в принципе, позиция. Ну, больше я пока никого не вижу, по крайней мере. Показалось. Воу. Сука. Шкет ебаный. Иди нахуй. Ибо заебали. Ой. Забыл про это. Да блин, да как так-то? Я не понимаю эту систему. Ну давай, да, конечно. Давай, блядь. Иди нахуй. Мужик там, давай, рубани его. Рубани его, блядь. Где он? Понятно. Он мне что ли прыгнул? Хорош. Хорош. Так, а тем временем жизни-то у нас мало. Да. Ну ладно, я выжил еще. Что у нас не восстановится жизнь-то? О.
Пошла, пошла, пошла. Надо еще. Уебать. We'll have to take them all out before we can get in. Нет, ты херня, больше подходить не буду. Так, спички. Мужчина. Мне вот этот звук. А, это... блять, я думал опять это. Ёб вашу мать. Монахи ебаные, блядь. Сука. Ёб вашу мать, ну... Вообще.
Так, пистолетные. Давай, 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 давай. Так, шикарно. Так, давай факел пока. Руби их, я тебя подлечу. Два патрона, это несерьезно. Иди рубай его. Это уже поинтересней. Это уже поинтересней На, сука. Уёбищная, блядь. Thank you.
Да ёб вашу мать. О, я нашел способ. Как проходить эти ловушки? Чё, блядь, тоже с топором? Давай раз на раз, тварь. И ты, блядь, убегаешь-то. Нужны патроны от винтовки. Пока здесь ничего и нету. Понятно. Надо как-то его снять. Как, если патронов нету? С пистолета навряд ли. Так, хотя можно попробовать пробежать все же. Один. Ой-ой-ой. Снял, да? Снял. Отлично. Так, тихо. Что-то было. Так. Что дальше-то? Что-то я пока не догоняю. Перед ебальником. Нет, нет. Ой, блядь. Он меня зажал, сука.
Ай, блядь. Вот этого я не ожидал. Не ожидал, ёпта. Ща, нормально все будет. Так. Какой? Самый обычный, что ли, был, блядь? Да, блядь, опять жизни нету, ёбаный, блядь, стыд. Боже мой. Чё начинается-то, блядь? Всё вроде, всё, блядь, прошли. Нет, нахуй. Разработчики, вы суки. Просто, блядь. Эй. Да, блядь, да ты гонишь нахуй, блядь. Это издевательство просто. Еще бы меня, блядь, с ним в два квадрата посадили бы. Вообще заебись было бы.
иди нахуй. Нет, 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 нет. Вообще просто жопа нахуй. Пиздец, что делать? Нужны патроны. Ладно. Я уже собирался заканчивать серию. Так. Больше не дернуть, да? Ага. Так, вообще, знаете, давайте-ка я пойду все же закончу серию. Или нет, да, уже нельзя. Я понял. Так, патронов ничего у нас не осталось. Вообще ничего, получается. Нигде ничего не взять, мы вроде... Убирали все. А где мой этот, блядь, напарник? Тоже непонятно, блядь. Взял, делся куда-то. Непонятно. Хотя вон он показан вроде. Так, еще два патрона. Так вот. У нас даже еще один есть, если что. Ничего себе. Погоди-ка. Мы еще можем сделать, что ли, получается? Ну давай.
Заебал ты. Убил. Убил, суку. Тварь, блядь. Уёбищная, нахуй. В голову, блядь. Последним патроном. Это просто пиздец. Чё, осторожно, блядь. Патронов нету, ничего нету. Так, я слышу, да? Сохранял что-то. И спички. Так, дневник Себастьяна Кастеллана, 17 мая 2006 года. Уже 8 месяцев, как мы с Майрой поженились, теперь ждем тебя, крошка Лили. Скорее бы прошло еще 2 месяца, чтобы я наконец смог тебя увидеть. Честное слово, мне страшно, я постоянно смотрю в лицо опасности на работе. Но мысль о том, что скоро я стану отцом, пугает сильнее всего. Обещаю, что пока я жив, я буду любить и защищать тебя. К новым обязанностям я подойду так же, как и к любому другому делу. Буду отдавать себя целиком, без остатка. Буду делать все, что в моих силах. Знаю, мы с твоей мамой любим тебя очень и ждем в этом мире. Хоть он иногда бывает жестоким. Так, там чё? Так, а здесь фотографии-то по очередности идут, да, получается? Так, давай-ка. Прокачиваться и сохраняться к чертям. Серия затянулась, конечно. Так, здоровье. Требуются очки 11 тысяч. Так, оружие. Вот что надо. Так, это мне не надо. А здесь патроны можно купить, нихуя себе, нихуя себе. Ну не хватает патронов реально, чё? Нет? Или чё мы сделали? Запас увеличили, боже, наивный. Да. Конечно, купил-то патроны вдруг. Всё, сохраняемся. Сохраняемся. Вот и все, 9-я серия подошла наконец-таки к логическому завершению какому-то. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Женек. Всего доброго, до встречи.